Друзья, всем привет! Вы на моем канале I'm Travel, и сегодня буду вам показывать, пожалуй, самую сказочную деревню, в которой мне когда-либо удалось побывать. Они говорят так: если вы не были в Гарштате, вы не были в Австрии. Конечно, нужно смотреть Вену, Зальцбург. Кстати, будет выпуск о Зальцбурге уже очень скоро, поэтому дождитесь. Но ведь Вена и Зальцбург — это имперская Австрия, а Гарштат — это та затерянная среди Альп деревушка, которая манит своей магией и пасторальностью. Она настолько красива, вдумайтесь, что даже китайцы построили у себя ее полную копию со всеми домами и со всеми улицами. Но перед тем, как мы перейдем к основному просмотру, я вас очень сильно попрошу поддержать мой канал. Он растет, друзья, благодаря вам. Подпишитесь на канал, поставьте лайки и нажмите на колокольчик. А если есть желание, оставьте свой комментарий. Я безумно буду благодарна. Ребят, на самом деле, открою вам небольшую тайну. Это моя вторая поездка в Гарштат. Первая состоялась 3 года тому назад, но, к сожалению, тогда у меня не было тревел-канала, и я не задумывалась о том, чтобы как-либо документировать свои путешествия. И в этот раз, в этом году, мы вернулись в Гарштат именно для того, чтобы заснять его для вас. Это именно тот городок, в который хочется возвращаться и о котором ты будешь помнить всегда. Одна из тех точек на карте, которая просто must visit в вашем wish-list. Городок расположен на берегу живописного озера Гарштаттерзе. Заранее прошу прощения, если неправильно выговариваю. Находится он в узкой долине, похожей на фьорд. Но что мне безумно нравится, что не только сам городок, деревня прекрасна, дорога к ней просто восхитительна и волшебна. Виды, которые завораживают, и постоянно хочется останавливаться, чтобы насладиться ими. Понятное дело, весь этот город находится под защитой ЮНЕСКО, и ведь действительно есть за что. Он является самым живописным городом у озера в Австрии и одним, пожалуй, из самых красивейших в Европе. Я думаю, любители Швейцарии, возможно, со мной поспорят. Если это так, пожалуйста, оставляйте свое мнение в комментариях. Здесь воистину атмосферно, хотя изначально сам Гарштат был труднодоступной соляной шахтой, и соль здесь добывают, думаю, здесь уже 5000 лет. Еще в Железном веке возле соляной шахты образовалось поселение, жители которого добывали и продавали этот ценный ресурс. До 19 века в Гарштате даже не было полноценной дороги. Чтобы попасть в деревню, нужно было пройти пешком по узкой горной тропинке или проплыть на лодке с одной стороны на другую озеро. Сейчас же озеро Гарштат, благодаря стараниям австрийцев, остается таким же чистым и привлекательным, как и в прошлое тысячелетие. Здесь, как и прежде, обитали, отлавливается рыба из семейства лососев, которую вы можете испробовать в локальных ресторанчиках. В середине лета температура озера достигает 22-25 градусов. Вода очень комфортная для купания, хотя я была как и в конце весны, так и в середине лета, и скажу вам откровенно, я не видела никого, кто бы купался. Как по мне, кажется, что Гарштат — это то место, в которое люди приезжают на однодневную экскурсию, потому что сам по себе городок, он очень маленький, и если быть совсем откровенной, очень недешевый. В сутки номер в этом городке стартует от 500 евро. Кстати, стоит отметить, что действительно туристов не так много. Конечно, если сравнивать количество туристов в Австрии, Германии, в Чехии, то в первых двух странах их значительно побольше. Но Гарштат, который я сравниваю в 2022 году с Гарштатом в 2019 году, это совершенно разное количество посетителей. В 2019 ты не мог протолкнуться, где сейчас ты можешь спокойно встать и сделать любое селфи. Поэтому, мне кажется, сейчас есть то самое время, чтобы посетить Гарштат и сделать супер заветное селфи с прекрасными видами. Возвращаясь к теме Made in China, действительно, в Китае в 2012 году на окраине китайского города Хайчжоу был построен китайский Гарштат. Копированы улицы, дома, рыночная площадь, евангелистская церковь на берегу озера, да и озеро тоже, хотя размеры искусственного водоема меньше оригинальных раз в 5. Как утверждают, на китайский Гарштат было потрачено около 700 миллионов евро или 1 миллиард долларов. Скажу честно, я посмотрела фотографии данной реплики, и, естественно, она хуже, чем оригинал, хотя имеет место быть. Что
Чтобы добраться до оригинального Гальштата, в Китай лететь не нужно. Достаточно сесть на поезд в Вене либо Зальцбурге. Поезд в Вене обойдется вам 25 евро на человека в одну сторону, с Зальцбурга 15 евро на человека в одну сторону. Либо же вы можете добраться на собственном автомобиле, либо арендовав его. Парковок в городке много, просто вбиваете в Google Maps парковки Гальштат и паркуетесь на любой, где есть свободные места. Собственно, это все. Если вам понравился этот видеоролик и есть возможность поддержать канал, ссылочки в описании. И я желаю всем хорошего дня и дождитесь будущего выпуска о Зальцбурге.